поликлиниках и больницах изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Где бы они ни лечились, в стационаре или на дому, им могут разрешить приступить к работе уже после одного отрицательного теста на COVID-19. В случае получения положительного результата следующее обследование может быть не раньше, чем через 3 календарных дня. Выписка из стационара для продолжения лечения на дому может осуществляться до получения отрицательного лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, за исключением выписки пациентов, которые проживают в коммунальной квартире, в общежитии или в социальном учреждении с круглосуточным пребыванием. Эта мера связана с тем, чтобы освободить места в стационаре для больных с тяжелой и средней формами заболевания коронавирусом. Требуется соблюдение всех мер безопасности при лечении на дому, чтобы не допустить распространения инфекции.